И всем привет! Вы находитесь на канале Артём Плей. Это игрушка под названием FIFA Mobile 22. И у нас остались тут 5 таких вот матчей. Матчи в стране. И мы будем по серии каждый проходить. Франция. У нас после Франции Италия, Греция и самая сладенькая. Не знаю, пройду ли я во второй раз в жизни испанцев, потому что паспорт недели сейчас греческий у меня. Я, кстати, вот если эту Францию обыграю, почти этот греческий паспорт смогу себе забрать. Для тех, кто не в курсе, о чем я сейчас говорю, в FIFA Mobile есть раздел «Летние каникулы Европа». Там вы видите множество вкладок, вот «Основа», «Летняя селекция», «Летний паспорт». Я там прошел испанский, итальянский, сейчас прохожу греческий, поэтому, если что, посмотрите. Мне не хватает чуть-чуть жетончиков селекции, и французов я так и не осилил еще. Ну, в этом сезоне. Игра у нас что-то пока долго грузится, но ничего. Состав вместо Левандовского в левой на левом нападении Вингер. Будет Неймар 94-й, а вместо Телеша Педраза. Удар какой! Ну, тут угловой наконец-то. Так, эта катка походу наша, потому что наконец-то первую главу есть. Ну, блин, ну ты чё? Ну, серьезно? Гави. Тут, блин, Арнаутович, слушай. Я не могу этого Арнаутовича продать. Вот есть такой Йен Враш. Игрок. Как вы думаете, что я с ним сделал? Если его продать нельзя, его же можно израсходовать на какого-то футболиста. Поэтому я спокойно это сделал на Фермина. И теперь у нас Фермина молодец. Арнаутович, давай быстрее! Чё ты халявишь тут? Бекер, блин. А там не ручка или? Рикошетик-то. Но мы, к сожалению, это не увидим. Давай, Топсоба, блин, наваливай. Телеш! А чё случилось, Фермина? Ты чё перестал бежать? Я должен хотя бы один дубль оставить. Короче, поняли? Все. Блин, Левандовский, давай, не хитри. Фермина, хорошо. Ну как сказать, хорошо? Не очень, конечно. Но Арнаутович, давай! Гол! 1-2. Так, еще не все потеряно. Ну, не все найдено. Блин, вратарь. Вратарь-то сейчас мой выйдет, походу, нет? Братан, выходи. Он сейчас выйдет, смотри. Вратарь, это ошибка! Ух ты, ну нам просто сейчас повезло. Бекер. Фермина, amazing skills! Гави! Please go! Угловой. Просто невероятно. Ну вы чё, парни, а, ну? Мартин Хинтерегер боролся за мяч. Мягко говоря, ничего не получилось. Антуан Гризман. Ереми Пина пока что свои скиллы не показывает. Почему? 99-й рейтинг моей команды так и не забил гол. А, ну чё за ерунда? Мы срезали мяч в свои ворота. 13-й номер. А знаете, почему ничего не получается? Потому что он не подписан на канал. Бекер. Так, Арнаутович, давай спасай ситуацию. Ты единственный, кто это может сделать. Пина что-то захворал, походу. Парни, спасаемся.
Парни, спасаемся. Это не 3-0. Мы Румынию с 3-0 обыграли. Алло, вы чего? Левандовский. Походи быстрее. Так, Фермина. Зря или нет? Пина мяч потерял. Бекер. Би-би-би. Ельме Пина, давай. Ну хотя бы угловой. Ладно. Может с угла получится. Но... угол. Тапсова хорош. Просто жесть. Он говорит, что еще не все потеряно. Так. Начался баг. А вы знаете, как я отношусь к багам вполне спокойно, и мне баги не нравятся. Поэтому сейчас мы, скорее всего, пропустим четвертый. Я плохо ориентируюсь в кнопках. Этот баг тупой, а ты яшников нет. Как же мне повезло, что он сейчас промазал. А чё, где? Вот пас, хорошо. Вот пас, ага. Мы играем вслепую, понимаете, да? Удар где-то выше. Наверное. Ну блин, если сейчас я из-за этого солью французам. Кнопки врубили! Так, не паниковать. Как тут не паниковать? Я кнопок не вижу, у меня их нету. Это просто стресс-тест какой-то сейчас. Вот это вот... О, смотри, я радугу вслепую сделал. Опа, ну, угловой. Наконец-то. Чё, кнопок тоже нет, вы чё, издеваетесь, не думаю. Я вслепую сейчас забил Арнаутовичем или кем? Кто это гол забил? Да, Арнаутович. Это знаете, на что пошло? Гол вслепую. Это, понимаете, какая просто жесть, офигеть. Ну, парни, ну, молодцы, что пока все сравняли. И, правда, два гола хоть и с углового. Да-да, ладно. Покажет тот же Арнаутович с Тапсобой, но все равно. Неплохо, но финальных исполнителей мы почему-то голов сегодня не видим. Каман. Леандовский, да, блин, не толкайся со мной. Так, Бекер, как всегда. Кстати, вместо Бекера мы планируем купить Жао Маутиньо, как у меня только чуть-чуть накопится баблишечко, потому что, ну, как ты знаешь, да? Нет бабла, нет игроков. Копим монеты, покупаем их. Очень здорово, да! Тихо-тихо. Хорошо, 33, ой, 3-3. Основное время вышло. У нас серия, ой, дополнительная. Блин, а. Киллианыч. Не, так просрать мяч, что ли? Алло. Елкин, блин, почему так произошло? Арнаутович, как же, это из-за него? Я не знаю, но, по-моему, из-за него. Пина! Блин! У нас времени ограниченное количество сейчас. Бекер! Не подведи команду сейчас. Ты ей очень нуждаешься. Крестовина! Левандовский! Ну, сейчас будет угловой. И если сейчас будет третий гол с углового, это уже сага. Что? 4-4. Я говорю, это традиции. Это традиции. Мы три гола с углового заложили. А подожди, а какой тогда один? А один обычный, да? Отлично. Городецкий, а какого фига ты выперся? Ну хотя, может, я его выпер. Блин. Каман, Гризман. А что случилось? А, ну, офсайд, ладно. Я уж думал, я травмировал кого-то. Еще так смотрю на них, думаю, вы что, тупые, что ли? Я мяч выбил. Нет, победитель-то ясен.
на фланг отправляется. Бекер, 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 Бекер. Парни, если сейчас 5-5 чит... Грубовато, да, обидно очень. Но мы справились. Мы справились, мы выбили мяч из своей штрафной площади. Арнаутович. Пина. Мне интересно, а что с Ереми Пина? Это ж правый вингер. Почему он ведет себя как... Ну, я не знаю даже кто, ну так играть. Я сейчас вспоминаю Ереми Пина, которого... за которого я играл 2 дня назад. И Ереми Пина, который сейчас у меня. И я вижу ощутимую разницу. Тапсоба, блин. Мбаппе, как всегда. Килиан, хорош. Ну, я все-таки дам пас Мартину. Надеюсь, никто из наших сейчас не напортачит. Да, так и есть. Но гол мы забить не успели. У нас, ребятушки, серия пенальти. Левандовский первый удар. Гол. Если кто не видел, вратарь прыгнул в тот же самый угол, но мяч не был. Килиан Мбаппе, подстригся, да? Забьешь? Блин, да почему ж ты забил-то, а? Я его пробью сейчас в тот же самый угол. Только Фирмино, чем теперь. Так, теперь я бью в тот же самый угол. Все, тактика. Мне кажется, Бензима ударит сюда тоже. Почему-то мне такое предчувствие, что Бензима бьет сюда, и оно меня подвело. Пока что у нас 2-2 по пенальти. Арнаутович зря, мне кажется, да? Нет, не зря. Значит, наш товарищ любит по уголкам прыгать, да? Нет, я все-таки опять прыгнусь. Нет, надо в тот было. Отбил! Последнюю секунду я переменил свое решение. Это привезло мне суд. Хорошо, короче. Ереми Пина, капитан команды, бьет. И так уверенно забивает. 4-2, парни. Зео. Отбиваем и конец этой всей ерунде. Ничего. Может, я по центру? Нет. Блин, Бекер, 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 Бебер. Ух ты! Как же хорошо, что мы сейчас победили. Вот они, два героя. Левандовский этот. И Фирмино. Пришел еще Градецкий. Клуб офигевает от такого результата, ребят. И мы побеждаем Францию, ребятушки. Но запись мы продолжаем. Мы получим сейчас наградочку. И в следующем ролике вы будете ждать игру с Италией. Так, я, да, четвертьфиналистом стал. 30 жетончиков селекции. Следующий ролик называется «Игра со сборной Италии». Не забывайте подписываться на канал. Очень хочу много подписчиков, поэтому до свидания, до скорых встреч.